Согласно регламентных работ были произведены ремонтные работы текущего и капитального характера на водогрельном котле ТЭЦ и на одном из основных котлов. Также отремонтированы две турбины. В настоящий момент производится на 30% уже выполнены работы еще на одном водогрельном, то есть виноват, на энергетическом котле и еще на одной турбине. Из 140 котелен, которые находятся на балансе КПТГО, в настоящий момент уже подготовлены 84 из 4 котелен, которые находятся на обслуживании, подготовлены уже 3. Хотелось бы отметить, что в настоящее время практически готова социальная сфера города, практически готова, потому что это школы, детские сады, лечебные учреждения, учреждения культуры и соцкультбыта. И готовность от 82 до 99%. Общий процент готовности жилых домов, которые находятся как в управлении управляющих компаний частных или коммунальных, процент готовности 84%. Немножко хуже состояние в домах, которые ведомственные и ЖСК УСМД, но тем не менее они позволяют нам надеяться на то, что все будет подготовлено вовремя. Конечно, хотелось бы принести извинения жителям города и гостям города за те неудобства, которые им доставляют раскопки, в том числе и в центре города. Однако это необходимо, причем, как ни странно, вроде бы говорят, что почему в курортный сезон. Ну, дело в том, что в отопительный сезон их нельзя делать. Вот. А производится это именно в благоприятный период времени, зато происходит это быстро. Если хотелось бы заметить, что если работа по улице Сигетской от второй станции, вернее, от проспекта Гагарина до Лунного переулка была начата 16 июля, то мы надеемся, что к концу недели она будет закончена. То есть практически за месяц этот участок полностью будет, он уже заменен, в настоящее время выполняются работы по засыпке, благоустройству и будет заасфальтирован. Точно так же по улице Лонжероновской, согласно срокам, которые установлены для нашего предприятия КПТГО, они тоже очень сжаты, до дня города полностью будет восстановлено асфальтовое покрытие по улице Лонжероновской. Хотелось бы принести извинения за такие неудобства и надеяться на то, что в принципе граждане понимают, потому что замена этих теплотрасс, она позволит обеспечить более стабильную работу наших тепловых сетей в отопительный период. По Шкодовой горе проведен тендер, в настоящий момент даже подписан уже договор. Заказчиком является УКС. Работы, которые будут там производиться, котельная будет установлена по нашим данным до 1 октября, а сети будут закончены до начала отопительного сезона.